Здравствуйте, с вами Ольга Лебедь и обзор нового блендера KindMix KM-A7. Что нового появилось? Остались те же подшипники NSK японские, тот же тайваньский сальник, это очень хорошо. Кувшин двухлитровый из тритана, очень хороший, прочный, 8-лопастной нож, прекрасно справляется немножко с такими зазубринами в этой модели, японский, прекрасно справляется как с твердыми, сухими, так и влажными продуктами. Что нового принципиально? Принципиально вот соединение стакана и основания теперь только в этой модели из всех китайских абсолютно такое основательное и очень точное. То есть, видите, он очень прочно стоит, очень хорошо садится в свое гнездо. Здесь есть шумопоглощающий такой коврик отдельный силиконовый. Все тоже соединение такого же высокого качества, металлическое. Корпус сделан из алюминия теперь. Добавился из плюсов предохранитель. То есть, если у вас блендер перегревается, он сам отключает, защищая мотор. И через какое-то время, как только он остынет, вы можете нажать предохранитель, сбросить. И он заново будет также все работать. Панель. Панель у нас сенсорная. Заложено 4 программы плюс ручной режим. Ручной режим вы можете выбрать, такая шкала вверх идет, видите, мощность. Очень здорово, все это вот кто так любит, все немножко футуристично. Либо выбрать, то есть и время вы можете выставить 10 секунд, да, например. Начинает работать. Вот. Либо выбрать какую-то из установленных программ. 2 программы смузи, 1 программа суп и импульсный режим. То есть, вот, видите, ручной такой. Ну, в общем-то, я осталась очень довольна моделью. Он стал еще более современным. Мощность его составляет 2200 Вт, 2400 на пике. Количество оборотов 28 тысяч, это номинальное, ну, заявляю, что даже до 50 тысяч он может при пике разгоняться. И по рекомендациям работа не более 6 минут, после 6 минут ему минимум 3 минуты надо отдохнуть, заполнять лучше стакан всегда, но это в любых блендерах не больше, чем на 2 трети, чтобы было место, где развернуться и где все это дело измельчить. Вот. С вами была Ольга Лебедь и техника defizdorovye.ru.